Всем привет! Хотя уже у нас, конечно, вечер. С утра ничего не снимала, так как нечего было снимать. Ну, а сейчас приехал Санька с работы, забрал нашу посылочку. Вот Виктория тут умничает, ходит. Я не умничаю. Что я сказала? Забрал посылочку. Какую? Где она? Вот она. Сейчас я покажу, какую. Мы долго ждали. Вот, вот такую. Как вы, я думаю, поняли, это машинка для стрижки животных. У бабушки Оксаны есть котик Чарлик, который сильно-сильно пушистый. И он, короче, ну, породистый кот, но бабушка его выпускает на улицу, он гуляет, короче, там бегает, прыгает в земле там, короче, вымазывается в траве. И его надо постоянно вычесывать. Ну, бабушка этим не занимается, короче, оно ей 300 лет надо. Короче, надо его подстричь. Решили мы купить машинку, так как некогда нам ехать его стричь, во-первых. Во-вторых, короче, нам это дешевле обойдется, я так думаю. Ну, посмотрим, как мы его сейчас будем стричь. Нам самим интересно, сможем мы это сделать или нет. Я не знаю. Викуся собирается уже, Оскара он собирает. Одела ему уже кольчугу. Ой, короче, переживаем вообще. Саша будет держать его. А на меня, как всегда, ответственность такую вот взвалили, блин. Да? Так как и Вика тоже сказала, ты ж на парикмахера училась. Ну, а кто тебе? Ну, на парикмахера ж не животных. Ну, ничего страшного, они больше зарабатывают. Кто? Парикмахер животных. Ага. Да. А, так я деньги заработаю? Ну да, мы тебе заплатим стрекать. Понятно. Ой. Ну ладно, ты за Оскаром ходишь, а за мной не ходишь, да? У него вот этот, как, ну как, ну вот эта шерсть очень сбилась, под шерсть тогда вот этот. Там кожи вообще уже не видно. Ну, я понимаю, что надо как бы ухаживать за такими животными, но... Сейчас будем ухаживать. Сейчас будем ухаживать. Но уже что-то летает. У меня сегодня были и пастерушки, и уберушки, и заметушки. Убирала везде. Да. Хозяйка я. Конечно. Завтра домой. Завтра домой. Ну, поубирать надо. Ну. Позаметать, поубирать. Да-да, и кушать надо приготовить. Сына уже во вторник, 28 числа, раздает книжки школьные. И все. И учеба почти уже закончилась. До конца мая и, наверное, уже все, я думаю. Ну, как всегда, голодный ребенок ест на камеру. Попадается так. Да. Ну, скажи, вот эти твердые вообще, да? Они рассыпаться должны. Не мягусенькие. А ну кинь в стену, она рассыпается. Нифига, если я ножом еле-еле. А ну кинь в дом. Чего, оно рассыпется? А есть как? Ну потом пособираешь. Угу. Мама сказала, что подмела, все и помыла. Там сына, а? Тоже у бабушки. Да. Сейчас пойдем до сына. Он там живет у нее на выходных. Текает от семьи подальше. Чтобы его никто не видел. Боже, ветер уже второй день так дует. Нет, второй день. Первые дни мы приезжали, нормально все было. А сейчас вообще. Сушь стоит, да, вообще. Я говорю, Аська, если бы была уже отчутки.
Так, мы уже пришли до мамы Оксаны. И вот какую она красоту навела тут. Вообще красота. Бабушка, наверное, еще стульчик покрасила. Да, стульчик покрасила еще. Вот. Так что завтра будем гулять. Зачем ты меня так близко снимаешь? Потому что ты красивая у меня. Ой, тут красота тоже. Боже, у меня каждое видео красота. Красота, красота, красота вообще. И вот красота моя. Мои швыла. С другом. Рома. Рома, он мой мальчик. Он сам или с другом хожу? Нет, он сам. Друг вчера был, сегодня, наверное, не приехал. Показывали уже посылку? Машинку показывали? Нет. Тогда показывай. Ну, как бы рабочее такое. Это можно его положить? Ну, можно положить, держать, все. Ну, как бы оно такое, кухонное. Насадки всякие, боже. Так вы на нем хотите испытания провести. Боже. Ну, мы для него специально купили машинку. Я понимаю, да. Я могу участвовать. Потому что... Я дам деньги. Да, ну, не. Недорого, потому что, я думаю, мы так подумали, что нам дороже обойдется его свозить куда-то. Обалдеть. Чтобы его подстригли. Я понимаю. То это машинка для людей. А если у нас, лапочка, если у нас этот получится, то можно каждый год его стричь. Ну и потом, извиняюсь, у нас же, может, это не последний, как говорится, кот. Мы же откроем общество. Я буду грумером. Мы откроем парикмахерскую. Ой, моя зая, иди здоровайся со своими, обнимись хоть. А то они привет, сынок. Хоть посмотри. А то вообще я уже. Я считала, что присели на клубнику. Что это? А это не. Ну принеси, вон там, вот там. Ну там клубника растет. А я тоже. Природа. Домашечка. Ой, я боюсь. Я тоже. Боже, да какой длинный. Живый, мягенький, главное. Да, такая тут машинка такая тяжелая. Да. Ну, это же. Ребята, а если уже караул, если караул. А что такое? Если будет, ну, значит, так тому и быть. Так, я ухожу. Обалдеть. Еще одна в кинокамеру. Она тяжелая, можно убить кота сразу. Это можно папу ночью на лысо подстричь. Нет, папа услышит. Он не услышит. Его что, хоть это. Несем? Ну, несем, да. Это нормально? Только я не знаю, с чего начинать. Ну, я другого принесла. Ну, это брат твой. Да я поняла. Я взяла, съела. Фу, еще и кислая, твердая. Она вот такой. Да ты нормальный. Ну, там дальше есть. Там? Вон клубника. Там. Рома, блин. Так, все, не кричим. Вот и так кот переживает. Я не знаю, с чего начинать вообще. Тут можно попробовать. Ну, видишь, у него тут где лапы. Вот тут вот. Ты переживаешь, Оскар? Я не знаю. Он, видишь, вот то. Я не знаю, как. Вот так. Ой, блин, как оно мягенько пошло. Господи, страшно. Ага. Чарлик. И так. Да так, оно что-то туда как-то тяжело так залазит. Не знаю, я не вот могу. Вот так вот сюда вот бери, вот так вот джин-джин все вот это, да? Вот так. А им кожу нельзя так поранить никак? Наверное, нет. Может, эта машинка не залазит даже. Чарлик молодец. Папа не молодец, да? Папа тоже молодец. Я не знаю, как его там. Ну тут потренируйся. Вот. Так, прям как меня стрижешь. Ну да, как папа. Ой. Только когда доить ты станешь. Чтобы он руку не отгрыз.
Ты там кожу видишь? Да нифига я не вижу. Под кожей веди, вот тут видишь. Ну, тут все понад кожей, видишь, у меня там. Капец. Так, не. Слышишь, он испугается. Сейчас убери его. Убери. Сына, ты его снял специально, да? Ну, все, он сам делал. А. А как ему? До сих пор бы мама сказала. Что такое? Не знаю, что-то хрустнуло тут. Это позвоночник. Виктория. У Чарли. Может, он и двигается, просто папа так держит. Может, еще плохо видно. Угу. Что, фонарик принеси? Лучше я смотреть. Только что так снимала, что-то не понятно. А может, этот? Что не надо вот так на маленькую, да, выставить? Чарлик, ты молодец, что спокойно сидишь. Ну, расстояние. Вот отсюда вот достригают это. Вам, как он вам доверяет? Я бы тоже у папы в руках спокойно сидела. Как он намучился, да? Он понимает, наверное, что ему хотят помочь. Ну что, не долезешь, Саш, просто вообще. Да я понял, так надо по чуть-чуть, наверное. Мне же интересно, как он в конце будет выглядеть. В конце, тут до конца, я не знаю, сколько. Что, завтра придется, да? Я не знаю. Кожа. Может, все эти каки, может, тут ему обстричь ножницами, вот так вот, чик. Можно как-то. Ну, вон же ножницы. Да, тебе плохо тут. Только ты там следи, там где там что. Говорю, режут. Там яйца не остались. Ты так резко режешь, мне уже. Ну а что делать? Как мама чувствует, где там? Ну, то ешь. О, тут Леня уже разделилась как. Вот это тоже можешь. Ну, ну там аж. Вот это вот надо состричь. Вот это. И там уже нормально. А ну это. Подержишь его? Давай эту машинку попробуешь. Оно то стрижет, только ж туда ж не подлезешь так этот сильно. Машинка вроде берет. Оскар, ты переживаешь? Спокойно, да. Спокойно. Переживаешь. Это Мурчик там, Чарлик кричит, а ему тоже надо все знать. Да, Оскар, сюда иди. Что? Что? Ты думал, я тебя возьму? Он там привязанный. Оскарик. Такой красивый собака. Хорошо, все было. Лавки, конечно, дотягал себе. Я тут собачину попробовала. Вот эту? Они не знаю, да. Ну там уже ж метрошки. И жалко его, конечно. И так жалко, и так жалко. Ножка там Оскару косточку, да? Да, хай есть. Я не знаю. Так, мы идем домой.
Немножко, конечно, мы его обстригли. Ну, уже он уже выдирался, уже кричал. Ну, все уже. Трошки его помучили, конечно. Но и отпустили, потому что ну, уже сильно он намучился. Пускай пока побегает. Ну, завтра попробуешь ножи, может, и отрегулировалась. Ну, может быть, стричь. Не знаю я. Посмотрим. Может, еще завтра попробую. Глянем. Ой, так что идем домой. Уже ветер немножко стих, да? Ага. Мне кажется. Александр. Ой. Уже позихает, уже баиньки ему. Скоро. Нет, еще рано. Скоро. А, скоро, да. Скоро баиньки. Еще не день. Ну да. Ой. Ой. Класс, тишина. Ой, Викуся сбежала уже домой. Рома тоже долго не сидел. Рома тоже убежал в хату. Все. Родители не нужны уже. Правильно. С ними скучно. Ну, ради бога, мы не обижаемся. Потому что мы знаем, что уже наступает время такое. Возле себя детей держать. Уже как-то нужно отпускать их. Сын дюже переживает, будет он оставьте санку паться или нет. Ты будешь, конечно, туда что с тобой ходить. Ну, Викуся может будет ходить, конечно. С кем? С Ромой, с кем? Я умоляю, будет сам уже ездить на столу. Ну посмотрим. Я буду переживать. Конечно, будешь переживать. Как ты еще за меня за работу не переживаешь, что я на работу хожу? Тоже переживаю. А что ты меня? Вообще-то ты у меня шахтер, и я переживаю всегда. Так ты со мной не ездишь. Нет, со мной не надо ездить, там делать нефиг. Все. Ладно, всем пока-пока. До новых встреч.